В данный момент мы с вами наблюдаем режим работы двигателя в режиме генератора. Бензиновый двигатель вращает маленький электродвигатель, который работает в режиме генератора, производит зарядку аккумуляторной батареи для питания самой гибридной установки. В следующем режиме мы видим работу тягового электродвигателя большого, второго, совместно с двигателем внутреннего сгорания, когда происходит движение автомобиля. На главную передачу передается крутящий момент для передачи его на полуось. В следующем режиме мы видим работу чистой электрической установки, чистого электродвигателя тягового, который крутит главную передачу и передает крутящий момент на ведущие колеса. Бензиновый электродвигатель находится неподвижно.